Ах, пошли на улицу в футбол поиграем. Не, мам, я играю. О, во что играешь? Охотишься на динозавров. Ну ладно. Артемий, а поехали купаться? Артемий, ну поехали на самокате покатаемся. Да подожди, мам, последний уровень. Как же его вытащить на улицу? Кажется, есть идея. Так, сейчас сделаем заказ и доставку на дом. Готово. Так быстро. Это его точно заинтересует. Артемий, у меня для тебя подарочек. Вау, это что, новые нерфы? Ага, давай откроем. Это же новая коллекция Диносквет. Вау, Стегосмэш! Его внешний вид напоминает стегозавра! В комплекте 5 стрел. Одной заряжается, и есть хранилище еще для 4 стрел. А это Рекс Рэмпидж. Он стилизован под самого сильного динозавра Тирекса. Да, он может сделать 10 метких выстрелов подряд. А если хочешь такие же бластеры, переходи по ссылкам в описании. Участвуй в конкурсах и выигрывай бластер и мерч от Нерф. Где это мы? В каком-то лесу. Кто здесь? Это что, динозавры? Ага, из моей игры. Что? Начнем охоту? Артемий.
О, это что, Тирекс? Ага, это босс. Ну, так давай уничтожим его. Готов. С нёрфом круто! Все на улицу, друзья! Давай быстрей, быстрей! Я должен защитить свой дом. Ну, держись, Селеный Мишка. Прикольная игрушка. Что за шум? Мам, это ты? Мама еще на работе. Кто это может быть? Пупытоголовый, как ты здесь оказался? Кажется, он настроен агрессивно. Еще один. Да откуда вы появляетесь? Пистолет разряжен. Нет приема.
Для этого Пупы такового нужен нерф покрупнее. Ну, держи, здоровяк. Кажется, это был последний. Есть идея, как узнать, откуда они появляются. Стой! Не стреляй! Я все скажу! Откуда вы появляетесь? Когда ты играл в Попы, ты нажал комбинацию, которая открыла портал в нашу реальность. Сбрось все пупырки на Попыте, и портал закроется. Дело было всего лишь в Попыте. Эти пупы головы точно не придут. Прикольная штука. Мама, нет! Это что, Годзилла? Или я переиграл в видеоигры? Так просто меня не возьмешь. Привет! Мама, как ты вовремя! Давай завалим эту Годзиллу!
просто его не уничтожить! Есть идея. Когда он будет стрелять лазером, бьем ему прямо в пасть. Хорошая идея! Давай! Еще один монстр повержен. Это что, метеорит? Снова какой-то пришелец из космоса. Ты кто? Не хочешь разговаривать? Тогда держи. Собак. Никогда не приходи сюда.